Всем привет! Снимаю видео для тех, кто не знает, что такое Западная Сибирь. Что у нас тут происходит. Какие тут у нас переметы. Какие тут у нас сугробы. Сегодня 24 февраля. Пройти у нас теперь невозможно. Вообще невозможно. Надо откапываться по пояс. Засыпало все. Вот здесь я только что час назад все откапывала для того, чтобы пройти к своим птицам. Снова все перемело. Ай-яй-яй. Природа мать творит чудеса. Ну что, надо включать снегоуборочник и начинать работать. Ветер, ураган, ночной стих. Время сейчас час, наверное. И вот к часу немножко ураган стих. Пошел снег. Сейчас еще навалит нам снега. Кто переживал за мою крышу? А она совершенно чистая. Смотрите, как была. Вон она там. Вот моя труба. С поросятами, с тремя и с волком. Крыша чистехонькая. Потому что когда у нас мело снег, этот, который я показывала ночью, его просто переметало, сметало с крыш, поднимало вверх с дорог, а снега самого как такового нет. А сейчас вот пошел снежок. Высота снега, который намело, не насыпало с неба, а перемело с места на место этим ураганным ветром.
А что ты выключил? А, кофе пауза. Я за.